Зеленый. Ты можешь работать? Да, он нападает. Нападает, да? Он резко проходит. Хорошо, давай закончим комнату и... Готово. У меня, значит, знаешь что? Да. У меня центральный этот главный дрон поражен. У него сверху стоит какая-то, как чип большой, который его как заморозил. Дрон рядом? Нет, я просто... Хорошо. Его вижу. Хорошо, все сделаем. И на 4 формируется ряд... Хорошо. Я даю команду сканеру на обновление программного обеспечения. 1, 2, 3. Пошел апдейт программного обеспечения. Есть. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над твоей головой, под ногами, 360 градусов вокруг тебя. На все 37 тонких твоих тел находит все. Мне информация идет, что мне надо физический робот проверить. Хорошо. Давай сейчас закончим с этим. Не чисто здесь. Чисто, отлично. Хорошо, включайте внутренний белосвет. 1, 2, 3. Внутренний белосвет чужеродного в нем присутствует. Пошел процесс. Он не пульсирует, появилось такое, как облако красное внутри. Отлично, это облако отправляется в лазерную клетку тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Открывается под шаром, который мы вытащили, портал. Галактическая дрожь шара уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяет это облако, выстраиваются каналы, находится микрон энергии. И по этому микрону я нахожу всех ответственных за эту интерференцию. 1, 2, 3. Каналы выстроились, притягиваю их в клетку, тюрьму, где бы они ни находились, да будет так. А так и есть. Сейчас смотри, что я вижу этот... Красное это моя как боль, что ли, в физическом теле. У меня что-то есть там в горле. Хорошо. Стрела. Стрела. Ты ее видишь? Отпусти меня. Ну, я как бы вижу далеко. Отпусти меня к физическому роботу. Хорошо. Мы оставляем все как есть. Я даю команду на счет 3. Ты находишь свой физический биоробот. 1, 2, 3. И стоишь перед ним. Да, в горле стрела. Хорошо, силой мы его намерим вытаскивать эту стрелу. Это является сетка. 1, 2, 3 энергетическая. Эта стрела летит в эту сетку. Да, будет так, а так и есть. Еще что-то есть. Снимаются маски и голограммы. Все невидимое становится видимым. Конструкция на голове, где виски. Через лоб. Мы ее снимем наверху или здесь? Здесь. И я даю команду на счет 3. Сила моего намерения, эта конструкция полностью отключается. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Отключается, выходит до 100% из твоего биоробота и летит в нашу сетку. Сила моего намерения, да, будет так, до 100%. Готово. Появляется твой главный дрон. 1, 2, 3. Да, он надо мной. Снимаю этот чип, который у него находится. 1, 2, 3. Он летит в сетку. Готово. Отлично. И я даю команду на счет 3, поднимаясь вместе с этой сеткой в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Подожди, дай биороботу какую-нибудь заживляющую энергию. И я открываю сейчас над биороботом поток. Я пошла, ангельская энергия пошла, все необходимые энергии пошли. Пошли мощнейшие потоки. И активирую дрон. И я даю команду на счет 3. Дрон активируется. 1, 2, 3. Реактивируется полностью. Он как просыпается. Отлично. Ждем, пока дрон проснется. Заграется зеленый маячок. Да, он активировался. Хорошо. Включается дрон... ко всем остальным. Отлично. Дрон просканирует эту подключку, которая в сетке находится, которая тебя выключила, чтобы ты на будущее знал, как ее обнаруживать и уничтожать на месте сразу. Он перепрограммируется. Отлично. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет 3 вместе с этой сеткой и артефактами. Поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я как нарыбачила с такой сеткой. Шикарно. Отлично. Иногда нужно рыбачить. Отправляй сетку в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Есть. От всех артефактов, которые находятся в клетке,
тюрьме выстраиваются каналы ко всем ответственным подселенцам, где бы они ни находились, 1, 2, 3, и сила моего намерения притягивает их всех по цепочке в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть, стоят в клетке-тюрьме. Значит, притянулся дрон, который выпускает чипы для дрона. Угу, хорошо, еще кто-то есть? От этого дрона выстраиваю канал к ответственным, кто его запустил. 1, 2, 3. По цепочке всех притягиваю в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Гуманоид. Отлично, от гуманоида выстраиваю канал к другим ответственным, связанным с гуманоидом. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Ящер, который отдавал приказ. Отлично, считай цифру ящера над головой. 348. Всего? Считай цифры над головой. Органический, неорганический, ставим маячок. Зеленый, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. 348? Да. Хорошо, паразит, ты сегодня будешь уничтожен вместе с гуманоидом. Все понятно? Он говорит, что это вам месть за то, что вы сожгли ящера. У нас тоже есть свои технологии. Отлично. Достаю эту стрелу из сетки и вставляю ему в горло. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. И даю мощнейший удар моим лазером ему в горло, устанавливаю ему спираль. Пошла энергия. Гуманоид получает удар энергии арго. Мощнейший удар, пока на пол не ляжет. Он чешется. Хорошо. Выстраиваю канал от тебя к этому дрону, гуманоиду, ящеру и реверсам. Отдаю по этим каналам все негативные патогенные энергии, которые поступили от них. 1, 2, 3. Пошла энергия назад. Он называет энергию арго святая. И ему трудно дышать. Она очень светлая для него и сжигает его. А как ты думаешь, паразит, как было Вере с твоей стрелой? Мы никого безнаказанно не отпускаем из нашего биоробота, из наших тонких полей, из тех, кто напал на нас. Никто. Поэтому 348-й сегодня на этом закончится твое существование. Он войны просит хотите? Убрать эту энергию. Нет, 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 ничего не уберу. Кто просит? Гуманоид? Да. Убираю арго. Энергию арго. Хорошо, хорошо. Поехали дальше. Что по каналам ушло? Он плачет. Он сидит кто? В клетке, плачет. Кто, гуманоид? Ага. Хорошо. Гуманоид, тебя наняли на работу убийцы нашим. Правильно я понимаю? Ты наемный убийца. Он сейчас встал и кричит. Кулаки сжал и как кричит. Что он кричит? Просто орет. Хорошо. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо. Сейчас ты можешь кричать. Как-то влияет на него энергия арго. Кто влияет? Энергия арго как-то влияет на него тут. Я же ее выключил. Или ну да, но у него в голове случилось что-то. Хорошо, убираю шар плазмы. Пока еще рано. Пока еще у рано. У него как раскаяние. А нет, я не верю твоему раскаянию, гуманоид. Ты пришел убить. Убийца должен очень много осмыслить для того, чтобы он раскаялся. Я не вижу твоего раскаяния. Он говорит, что ты отправил ящера и гуманоида. Пораженные плазмой. Это был наш ответ. Хорошо. Сегодня вы опять уйдете на эту же частоту. Точно так же. Пораженные плазмой. Он говорит, что гуманоид сгорел от плазмы вообще, а ящера одна голова дошла. Я буду долго восстанавливаться. Хорошо, ящер, ты готов? Это гуманоид говорит, да? Да. Хорошо, гуманоид, возможно, ты спас сегодня себе свою жизнь, но ответь мне на все вопросы. Кто тебя нанял, ящер? Да. Хорошо, за какую плату ты согласился на нас совершить нападение? Это было нападение на цивилизацию. Нам нужно было ответить. Хорошо, ты ответил. И как ты? Как ты сейчас, скажи мне, как какой-то ответ от меня ожидаешь? Но он разводит руками, он просто сделал свою работу. Хорошо, Вера, меняемся местами. Я даю команду, значит, три сканера сканируют пространство над моей головой, под ногами, 360 градусов вокруг меня, тонких моих тел, находит все. Скажи, гуманоид, ты дорожишь вообще своей жизнью?
Мы непонятен вопрос. Хорошо. Значит, тебе вопрос непонятен. У тебя в телах что-то зеленое. Отлично. Я даю команду на счет три. Подожди, ничего не вышло. Каналов нет, да? Каналов нет, но какая-то зеленая энергия. Включаю себе внутренний белый свет. 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом, мощнейшей силой моего намерения, выдавлю до последнего микрона весь этот яд. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Свет пошел. Выходит этот яд, он формируется в шар. Готово. Отправляю шар в клетку-тюрьму. Есть. Выстраиваю канал к ответственным. 1, 2, 3. На счет 3 притягиваю всех ответственных за эту энергию, даже если микроны там всего находятся, в клетку-тюрьму. Стоят в клетке, становятся моими заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Так гуманоид тот же. Гуманоид, ты на меня напал? Вот это вот. Это тебе было задание. Вот это ты сделал очень большую уже ошибку. Хорошо. Выстраивает гуманоида канал к другим ответственным, если еще есть. Кто нападал на меня? Они притягиваются в клетку. Он нападал. Один? Да. Он получил задание и нападал. Хорошо, гуманоид. Получи адекватный сегодня ответ. Я даю команду на счет три, Верочка. Найди мой биоробот в матрице Земли. 1, 2, 3. Полетели. Нашла. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Проявляются все подключки, все воздействия, все артефакты. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Появляется мой главный дрон. Смотри, они... Да. У тебя поражена сердечная чакра. И у тебя внутри как грусть. То есть они разработали оружие именно для биоробота, которое может играть на чувствах. Эта энергия находится в биороботе, да? Она находится в биороботе, и такая же зеленая энергия есть на твоем главном дроне. То есть оно притупляет. Хорошо. Я защиту даю дрона. Я даю команду сил моего намерения из моего биоробота и из дрона. Начинает на счет 3 выходить вся эта притупленная зеленая энергия. 1, 2, 3. Энергия собирается в шар. Да, будет так, а так и есть. Эта энергия делает тебя как зацикленным. Вот, хорошо, сегодня мы зациклим кого-то другого. Поехали. Готово. Отлично, этот шар есть, да? Да. Еще посмотри, что-то поражено еще? Есть еще в сердечной чакре что-то? Нет. Отлично, хорошо. Даю на счет 3. Энергетическая энергия, энергия прият пошла, полностью восстанавливает мой биоробот. Дрон, я даю тебе команду просканировать эту подключку для того, чтобы мгновенно давать отражение ей, этой агрессии, сжигать агрессора на месте. При любой попытке просканируй этот шар. Он говорит, что я не был запрограммирован на энергии чувств. Хорошо, я даю команду напрограммировать тебя на энергию чувства. 1, 2, 3. Ты получаешь обновление программного обеспечения и в автоматическом режиме будешь в состоянии находить аномалии и подавлять их, уничтожать. Как причины, так и ответственного. Готово. Отлично, хорошо. Берем этот шар энергии в сетку. 1, 2, 3. Вместе с этой сеткой поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Готово. Отправляю этот шар в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Ко всем остальным артефактам от шара выстраиваю канал к ответственным. 1, 2, 3. Притягиваю в клетку-тюрьму, где бы они находились. Да, будет так, а так и есть. Но это гуманоиды энергии. Ящера не было, в тебе. Да? Нет. Откуда зеленый цвет? Так они видят чувства. А, хорошо. Но зеленый цвет – это сердечная чакра. Отлично. Так, паразиты. Поехали дальше, Вера. Что у тебя в горле? Не знаю. Хорошо, стоп. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать твое горло. 1, 2, 3. На наличие чужеродных артефактов, подключек, энергии. Пошло сканирование. Все чужеродное начинает пульсировать красным цветом. Там были ящера.
Ящера. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сам сканирует эту частоту пыли ящера и до последнего микрона в автоматическом режиме начинает или уничтожает эту пыль прямо на месте. Мелкие частицы, крупные выводит, и они формируются в шар. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ну что, ящер, ты по горлу бил Верочку, да? Ну получи удар. 500 тысяч герц удар ящеру. Пошел удар. Паразит. У него и так там уже и пружина, и стрела. И еще живая плазма сегодня туда добавится. Он же знал, куда он шел. На свою смерть. Значит, он ее и получит. И гуманоид тоже. Ты не уйдешь сегодня безнаказанным, потому что то, что ты сегодня сделал по отношению к нам обоим, это пересечение границ, это объявление войны. Поэтому гуманоид, рассчитывая на самые печальные последствия, мы не прощаем тех, кто входит в наш биоробот и мешает нам работать, освобождать людей от сущности. Шар вышел. Отлично. Шар вышел. Отправляю шар в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. От шара. А, хорошо. Это энергия этого паразита, ящера, да? Да. Хорошо, Вера. Перед тем, как мы дальше пойдем, я думаю, этих паразитов можно от них избавиться. Да, конечно. Хорошо, я даю команду на счет 3. Ящер получает удар живой плазмой в горло. 1, 2, 3, удар. Открывается портал наверху на частоте ящера. 1, 2, 3. Я выкидываю этого на его частоту. 1, 2, 3. Пошел вон отсюда, паразит. Закрывай, опечатывай, растворяй. Сейчас, секунду. По да. энергии плазмы идет информация, когда она попала в горло ящеру, у нее как побежали чипы живые по всему его телу, вверх, голову и вниз. Она полностью уничтожит его ДНК и потом вернется к основному источнику своему. То есть она не останется нигде, не будет присутствовать в пространстве. Отлично, хорошее. Пример. Отлично. Все закрыто. Закрывай, печатай, да. Растворяй. Хорошо, гуманоид. Ну что, у тебя есть что-то сказать еще? Он говорит, что ты меня осветлил своей энергией. Он хочет отделаться от этого, но у него не получается. На нем как свет от энергии Арго по всему его телу. Хорошо. Я думаю, тебе сегодня... Ты мне должен одну вещь объяснить перед тем, как я буду решать, что с тобой делать. Как тебе удалось пробить наши защиты, какие-то технологии, и как нам впредь от этого защищаться? Он говорит, что твою. Мы разработали энергию, которая влияет на человеческий биоробот с помощью чувств. То есть, раз вы живете на Земле, и вам так важны чувства, почему бы не использовать это как оружие? Тоже верно, хорошо. Это мы и сделали. Как от этого защищаться? Значит, дрон перепрограммирован, он показывает, и от него будет идти как пружина энергии. То есть, когда он распознает эту энергию чувств, она автоматически отталкивается, пружинивается назад, возвращается. И, значит, можно к оболочке добавить. Хорошо, это ценная информация, сохраните жизнь. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, я приветствую тебя. Ты заберешь гуманоида на разговор? Она говорит, я заберу, но он у вас немного неадекватный. Из Арго? Энергия? Да. Хорошо, я даю команду на четыре. Все эти энергии Арго, сила моего намерения, возвращается ко мне. 1, 2, 3. Выходит из него до последнего микрона, летят ко мне. А в нем нет энергии Арго. Это то, как она его поразила. То есть какие-то клетки она поразила в нем. Он как добрей, что ли, стал. То есть у них есть свои, ну, как сказать, энергии чувства. Ну, конечно, только у да. них совсем свои, они как сетка внутри него. Ну, как я вижу ее. И вот она поражена вот этим светом. Так мы его лучше сделали? Добрее? Да, на какое-то время.
Понятно, пока тьма его не сожрет опять. Хорошо, что с ним делать, как ты скажешь? Я решил. Не соберу то. Хорошо, да, благодарю тебя. Так что, гуманоид, подумай в следующий Готова. Раз. Она говорит, что все остальное уничтожить. Отлично. Открывается под клеткой тюрьмой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все артефакты улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Чисто? Да. Отлично. Поехали дальше.